Буквы. Урок 2. Русский алфавит. Учительница Наташа Браун. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, и краткое, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Конец второго урока буквы. Молодец! До следующего урока!